Бывают случаи, когда возникает необходимость сделать четкий поворот от одной плоскости вязания к другой. Часто мы для этого вяжем за заднюю стенку петель. То есть берем и провязываем вот за это место. И у нас получается как бы деталь уже в этом месте подвижная и получится поворот. Вот так вот. Но этот вот угол будет не четкий, он будет сглаженный, как бы закругленный. А если нам нужно сделать, чтобы угол был оформлен и выделен, то мы прибегнем вот к такому способу. То есть мы вяжем за ножки петель, захватывая сзади. Вот у нас тут есть сзади ножки петель, и мы за них вот так вот захватываем, подхватываем и провязываем обыкновенный столб без накида. По очереди за все. Вот она. То есть вяжем не вот так, не за заднюю стенку, а за ножки петель. И после того, как мы ряд провязали таким образом, у нас вот здесь образуется как цепочка. Цепочка тех самых вот петелек, которые мы, получается, не захватили, а оставили снаружи. И эта цепочка формирует четкую угол. То есть сейчас мы начнем вязать уже в этой плоскости, а угол перехода будет в виде цепочки. Вот. Этот способ очень удобный. Всем рекомендую.